Десятки Дедов Морозов и Снегурочек, а также сказочных персонажей участвовали в развлекательной игровой программе на главной площади Рыбницы. Театрализованное представление к торжественному открытию праздничных мероприятий подготовили рыбницкие артисты. Конкурсы и загадки, хороводы и танцы, сценки с участием мультяшных героев стали настоящим подарком для юных рыбничан. Мне понравился Дед Мороз, мне понравились все игры, мне очень все понравилось. Мы играем с друзьями вокруг елочки. Я увидел Деда Мороза, овсу, макаку, обезьяну. Мне больше всего понравилось, что тут очень весело, интересно, что мы бегаем и нам не так холодно. Роль главных героев Нового года примерили для себя старшеклассники городских школ. Для многих деток это может быть первая встреча с Дедом Морозом, это первое ощущение, впечатление и вообще представление, что такое Новый год. Мы хотели поднять настроение нашим деткам, вот, потому как бы Новый год надо праздновать все вместе, весело. Мероприятий будет много везде, по всему городу. Это будут новогодние утренники во Дворце культуры, это будут утренники в ЦДЮТ и в молодежном центре, это будет новогодняя елка для одаренных детей, это будут новогодние спектакли. Организаторы отмечают, на протяжении всех новогодних каникул на центральной площади Рыбницы будут проходить развлекательные представления. А сказочные герои поздравили телезрителей канала «Элита» с наступающими праздниками. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Анна Выговская, Руслан Шелкан, телеканал «Элита», Рыбница.